Минпромторг решил запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива. На заправках останется только сертифицированный бензин и дизель класса Евро-5. Изменения разработаны в рамках борьбы за соответствие качества топлива и защиты прав потребителей. Общественное обсуждение по проекту завершится в конце марта, затем его должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. За прошлый год на территории округа выявлено 659 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские изъяли около 16,5 килограмм химии, причем более 70% – это синтетические наркотики. Наиболее сложная ситуация обстоит в крупных городах – Ноябрьске и Новом Уренгое. В России хотят снова переводить время весной и осенью. Проект уже внесли в Госдуму. Его принятие, как считают власти, не только положительно отразится на здоровье, но и повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда. Речь идет о переводе времени в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в октябре на час назад.